Ямальский Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь. Специалисты советуют покупать бахчевые исключительно в специализированных местах. Ни в коем случае не брать надрезанные. Дело в том, что надрезанные дыни и арбузы можно хранить не больше 2-3 часов. Особое внимание стоит уделить тому, как продаются летние лакомства. Располагаться они должны на специальных стеллажах, а в конце рабочего дня их необходимо убирать с улицы. Ну и, конечно, перед употреблением обязательно тщательно их мыть.